Друзья мои, еще один волшебный, прошу прощения, повтор от Сальваторе. Здесь бирюза и в лимонном золоте. 85 евро стоят данные сережки. Давайте с вами посмотрим. Ну, здесь шикарно, очень красивые включения. Ни большие, ни маленькие. Я знаю, что девочки любят такие украшения. Вот так смотрится. 85 евро. Здесь такой тисненный эффект. Красивейшая модель. Но у нас уже было пару раз такие сережки. Но вот кто-то запрашивал. Кто запрашивал, напишите. Друзья мои, ну что, вот такие пусетики. Также бирюза. Неправильная форма. Мне почему-то больше по душе неправильной формы. Я не знаю, как вам. Но мне нравится больше, потому что, во-первых, здесь еще вот такой тисненный эффект. Вы видите, по краям не гладкая, носибельная история, такая красота. Есть у нас еще две пары, такие девочки, кто хочет. 31 евро их цена, и вот так они на ушки смотрятся. Такие лапочки. Лапочки, что еще говорить, с красивыми включениями. Шикарные сережечки. Носибельные. Хоть я люблю крупничок, например, но пусть это я тоже уважаю, мне нравится. Вот такая красота. Форма кварц-волосатик. Тоже матовый эффект, эффекту серебра, да, в лимонном золоте. Вы видите, да, как это смотрится. Вот такая вот история. Есть, так как камушки натуральные, есть некое различие между одной и другой. Вы все увидите в видео. Здесь немножко посветлее сережечка, это потемнее, поярче. Но очень красивые сережки. 31 евро они стоят. Великолепные пусеты неправильной формы. То есть не вот по вот этому типу, да, как мы с вами рассмотрели, а вот именно такая красота. Очень милая, очень носибельная история. В видео с показом вблизи вы все сможете рассмотреть. Друзья мои, ну что? Приближаемся с вами постепенно уже к заключительному моменту по видео. Что хочу сказать. Данный комплект, девочки, также от Сальваторе, который я хочу представить вашему вниманию, он пришел на заказ, да, то есть его заказала одна девушка. Вот, и это кианит. Смотрится это вот таким образом. 54 евро стоит данная цепочка с кулоном, да, все это вместе соединить. Серьги стоят 98 евро, вот так это смотрится. Еще есть возможность заказать такой комплект, конечно, девочки, по камушкам. Какой камушек придет, это, то есть, да, какие включения будут, как и что, это очень сложно что-либо сказать, но тем не менее, вот таким вот образом, да, смотрится. Такая милота. И красота, невесомые, легчайшие сережки, очень красивая работа и очень красивый камень здесь в лимонном золоте, производство Италия, Сальваторе. Вот такая, что у меня здесь, этикетка, девочки, 54 евро, это вот от этой истории, красота. Друзья мои, ну что, мы с вами продолжаем. Пришел повтор по данным сережечкам, девочки. Кто заказывал, напишите. Только пришло две пары, больше не пришло. Поэтому, соответственно, я буду ждать вас в комментариях, да, в комментариях, девочки, в WhatsApp, Viber, в личку мне напишите, пожалуйста, кто заказывал данные серьги. Смотрится это вот таким вот образом. Также бренд Сальваторе, Сердолик, невесомый, замок Омега, черненное серебро, 925 пробы. И вот таким вот образом выглядят сережки. Красивучие. Красиво смотрятся. Шикарные серьги. 64 евро их цена, девочки. Итальянский бренд. Друзья мои, ну что, также пришел повтор вот по данным сережечкам. Девочки, смотреть видео, какая цена до этого, потому что сейчас я цену не буду поднимать. Такая модель уже была. Это в лимонном золоте, вот так вот они смотрятся. Но я сейчас включилась, вернее, хочу продолжить и показать вам новинку, которая пришла. Красота. Также бренд Сальваторе. Такой шикарный перстень с топазами-аметистами. Гранатом вокруг. И вот такая красота.
Здесь размер 19,5, я даже думаю на 20. Оно не разъемное. И вот такой перламутр. Красивый вариант. Красивая история. У кого у девочек есть серьги с перламутром, да, у кого-то много жемчуга, соответственно, все это в обрамлении вот таких вот камней. Крупный размерчик. И другое колечко девочки есть уже, секундочку, на 17, да? Нет, на 17 неполных. Давайте я вам покажу. Здесь отличие. Здесь топазы голубые, здесь в сером. Вот таких вот два кольца есть, которые я хочу предложить вашему вниманию. Цена данного кольца 164 евро, как одно, так и второе. Итальянский бренд и вот такая вот история. Вот такая лепота, мои хорошие. Ну что, мои дорогие, мы с вами подошли плавно к завершению данного видео. На мне сейчас вот такой комплект, решила я вам его показать. Заявлено, что это как паста, как эмаль, да, то есть это не натуральный камень, не перламутр, не эмаль. Дизайнерам указано, да, нашим поставщикам указано как эмаль, но шикарнейший просто набор, нежнейший, красивый, друзья мои, он по такой же цене, как и предыдущие, похожие на этот, да, 120 евро стоит кольцо. На все кольца разные цены. Самое вот дорогостоящее колечко 139 в этой коллекции, это вот Сониксом. Здесь 120 и сережки 198 евро. Вот такая лепота, нежность. Давайте рассмотрим с вами все вблизи. Вот так это все смотрится с обратной стороны. Ну, здесь законченность, девочки. Придраться просто не к чему. Придраться не к чему. Таким образом. Ну что, мои дорогие, на данной прекрасной ноте, да, эстетической красоты, пика красоты, ну, я думаю, что все украшения были прекрасные, да, в сегодняшнем видео. Вот, кстати, напишите, как, да, понравилось вам или нет данная новая коллекция, потому что именно вот таких украшений у нас еще не было. Вот, я буду заканчивать. Мы с вами увидимся в следующем видео, во вторник. Будем рассматривать, продолжать рассматривать новую коллекцию. Будем с вами рассматривать повторы от Сальваторе, которые пришли. Ну, как рассматривать, девочки? Они уже заказаны, да, но они пришли со своими нюансами, включениями и так далее. Но будет жарко, очень интересно. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Я всем желаю море счастья, море красоты. Мы с вами увидимся в следующем влоге. Ну, все, пока-пока. До свидания.